Производство компании Studio Ari при поддержке французского телевидения. Автор идеи Александр Со. Режиссер Виктор Мулен. Музыка Лефрер Санор. Продюсеры Жаслен Шарье и Антуан Роделе. Филин и компания. Филин Рокер. Эй, угадай, что я нашел! Гитару и барабаны в подвале! Давай сколотим рок-группу! Да! Я хочу играть с тобой! Все остальные старые! Ты тоже старый, но ты бунтарь! Ты сильный! У рок-звезд есть все! Любишь гусениц? Да ты скоро купаться в них будешь! Ха-ха! Только предстань! Идем подберем тебе образ! У-ху! Посмотрим, да, не то. Это не то. Так лучше. О, неплохо. Уже ближе. О, круто. Готов? Зажигаем. Классный вид. А что у вас за музыка? Это панк-войс. А, поняла. Вы громкие. Спасайтесь все. Да уж. Давай. Живее! Раз, два, четыре! Эй, ты не взял беруши? Прости, я сделал слишком громко. Ха-ха, да ты врубаешься! О, мирный пикничок на свежем воздухе. Да, вокруг птички поют. А? Да! Классная у вас музыка. Ой, можно мне с вами? Ты себя видел? А что такого? Ты не крут и вообще старый. Неправда. У меня очень модная шуба. И вообще, я не старый. А вот музыка у вас дурацкая. Ладно, сыграем другую песню. Раз, два, четыре. Я пытаюсь ему запретить, но молодежь что хочет, то и делает. Да и музыка у них дурацкая. К славе готовы! Но только запомни, музыка для рокера не главное. Важна крутизна! Да, именно так, крутизна! Нам все можно, мы звезды, мы знаем себе цену. Никто нам не помеха, все расступаются. Ха, как же круто! Эй, что ты делаешь? Пошли! Ах, благословенная тишина! Вы чего? А ну вернитесь и извинитесь! Филин плохо влияет на моего сына! И музыка у вас дурацкая! Ты просто завидуешь звездам! Эх, детки самовыражаются. Да, тогда я себя выражу. Это было супер! Вот какой должна быть звезда! А теперь за счет! Раз, два, четыре! Эй, врубай усилитель! Ого, какой крутой танец! Жги еще! Филин, у тебя перерыв? Эй, классный танец вышел! Можешь повторить? Уже сдаешься? Подожди! Не удирай! У тебя же все задатки звезды! Мне что, притвориться фанаткой Филина? У нас классная группа, но ему нужна уверенность. Начнем с одной фанатки, народ подтянется. Ты в этом уверен? Так, ты мне подыграй, и будет ясно. Филин! Эй, Филин! Ты мой самый большой кумир! Дай я тебя пощупаю! Ну, пожалуйста, я люблю тебя! Вернись, Филин! Что там за ор? Ты же лучший, ты просто супер! Он супер! Эй, Филин! Мы что,
что-то пропустили? Эй, вы это видели? В ваших интересах подружиться с Филином, ибо его ждет слава! Слава! А если они правы? А что такого выгодного в дружбе с будущей звездой? То, что ты знал его первым. Он поделится славой, будет дарить подарки и не напишет о тебе плохого. Эй, Филин! Филин! Я твой фанат. Вот, принес гусеницу. Моя побольше будет. Ты прав, сработало. Вот это балдеж! Видал? Мы звезды! Нет, звезда он! А вот и нет, группа моя! Нет, это его группа. Посмотри, он намного круче тебя. Эй, Филин, съешь мою гусеницу. Нет, съешь мою. Ах, вот как! Я понял! Ты собирался занять мое место! Ну все, вот что будет с гусеницами! Я тебе покажу! Настоящие рокеры. Как я вижу, группе моего сына недолго осталось. Они так задержались на сцене. В любом случае, музыка была дурацкая. Может, сынок подумает о сольной карьере? Прячься, если хочешь. В моей новой группе буду только я. Раз, два, четыре! Уборщик. К вашим услугам. Уборка. Лапы. Пыль. Хвост. К вашим услугам. Ты видел? Палочник изобрел робота-уборщика. Мне это не нравится. Уборка – вопрос дисциплины. Эй, убери! Уборка. Переработка. Сюда робот складывает мусор, когда его контейнер переполнен. Мусор перерабатывается под высоким давлением. Неперерабатываемый мусор выбрасывается в контейнер. Я предпочитаю мусорники. Убирай! К вашим услугам! Уборка! Эй! А ну отдай мусор! Эй! Убери! К вашим услугам! Я больше не хочу! Ты меня почистишь, а? Эй, а как же я? Раскараться. Эй, а как же я? Стараться.
Заполнен. Переработка. Робот. Да-да-да, есть маленькая неполадка. Ах так, он забрал мои инструменты и обрызгал меня моющей жидкостью. Мусор. Убрать. А я его позову. Ну что ж, посмотрим. Поехали. Удивительно, помогло. Вау. Инструменты. Ушит по слугам. Нет. Ладно. Он может начать убирать все подряд. Например, бананы? Нужно спешить, пока он не убрал весь след. Я согласен. Зато твой робот также отличный тренажер. Вон он бежит. Эй, а что у меня есть? Куда? Вон туда. У меня идея! Нужно дождаться, когда он отправится к перерабатывающей машине. Дадим ему наполниться. Слушаем по слугам. Переработка. Ты был прав, нужно его доработать. Как любое изобретение, получи. Нет, не говори так. Перерабатывающая машина исправна. Закрытая вечеринка. Бонжур! Вот приглашение на эксклюзивный показ моей новой линии товаров. Я тебя жду. Эй, а где мое приглашение? Все пойдут, а я нет? Но если позвать всех, это уже не будет эксклюзивный показ. Та-та-та-та-та-та-та-та. Привет. Ты воспользуешься своим приглашением на дегустацию гусениц? И тебя не позвали? Возмутительно. Все равно мы туда пойдем. Есть приглашение? Да, у меня есть. Хорошо. Эй! Есть приглашение. Это нечестно. Мы придумаем, как пробраться. Есть приглашение. Нет. Нет, все в порядке. Он со мной. Ну ладно, заходи. Эй, мы тоже с ним? Нет, я бы вспомнил. Вам нельзя. Эй, у меня идея. Я пронесу тебя, а ты потом впустишь меня.
Пастила для вечеринки. Не хочешь? С удовольствием. Надо сказать, гусеницы отменные. О, да, да, конечно. Еще не все пришли. А, это вы? Привет. А есть? Ну, проходите. Я тебя проведу. Эй, мое приглашение кто-то стащил. Меня не проведешь. Попробуй еще. Но это так. Ты увидишь, я его раскрасил. Гуляй. Мы пройдем. Я до этого вора доберусь. Будь мы девчонками, то у нас бы проблем не было. Эй, точно! Мы девушки, пустишь нас? Ку-ку! Как не пустить таких красоток? Прошу, девочки! О, спасибо! И, кстати, я к вам. Что еще за снисходительный тон? А вы ему не подыгрывайте! Где ваша гордость? Верно! Фу, какая наглость! Правда? Да, кем ты себя мнишь? Да ну вашу дегустацию, пошли, девчонки. Все, мы уходим. Уходим? Так держать, девчонки. Вот. Ладно, проходи. Объясни мне, зачем? Он бы нас пустил. Даже не знаю, я просто вошел в роль, и его развязность меня оскорбила. Да, ты прав. Оу, привет, дамы! У нас все забито. Никого пока не впускай, ладно? А мы вернулись. Можно войти? Ой, как жалко. Простите, девчонки, у нас нет места. Я не могу. Что? Это нечестно. Да, как так можно обращаться с девушками? Простите, дамы. Помочь, девчонки? Большое спасибо. Спасибо. Так, подождите. Я потолкну. Раз, два, три. Да. Ой, слишком сильно. Тоже мне. А? Можешь их впускать. Почти все. Проходите. Привет, красавчик! О, да, потрясающе! Бесподобно! Вот это я понимаю, гусеница! Да, вот это добавки! Ой, мама, больше не могу! Как аппетитно! Вкусно, но я больше не могу! Есть еще? Не стой столбом! Хочешь попробовать? О, да! Ням-ням-ням-ням-ням, дай-ка раз пробовать. О, ням-ням. Теперь все съедено. Вкусно было. Это нужно бы повторить. Чудесно. Да, я согласен. Одна осталась. Эй, могу дать еще? Да, я хочу. Да, да, да. Нет, почему бы нет? Конечно, давай.